Всем добро! С вами я, сестра Стива Про. Перед началом данного ролика, друзья, попрошу вас присоединиться к группе сестры Стива Про, где, друзья, мы с вами будем обсуждать новости в мире Майнкрафта. Ссылку на данную группу оставлю в описании под данным видео. Итак, друзья, приступим. Сегодня проведу обзор двух модов. Мод на Sonic Boom и мод на танцующих роботов. И, конечно же, мы начнем с Соника Бума. Самый классный и интересный персонаж. Вот так вот он выглядит в мире Майнкрафта, довольно-таки красочно и реалистично, и также у него здесь есть друзья-помощники, это Эми Роуз, очень симпатичная девочка, и также у него есть помощник Тейлз, друзья, смотрите, это желтый такой довольно-таки интересный герой, вот так вот все это выглядит. И, друзья, есть здесь еще корабль для игрока, то есть для нас с вами, который будет летать, и корабль со зловредным персонажем, который будет летать, убивать Соника. Вот так, друзья, мы летаем на этом корабле и постараемся сейчас убить корабль зловредного персонажа. Управляет этот корабль довольно-таки легко и не составит труда с этого корабля стрелять во зловредного персонажа. Хочу сказать, что здесь я соединила два мода на Sonic Boom. То есть был изначально Sonic Boom мод, но он как бы первая версия, где входил в состав вот такой вот корабль для игрока и корабль для зловредного персонажа и сам Sonic Boom. Но вышел более обновленный мод, и там был добавлен уже Sonic Boom с более красивой прорисовкой и текстуркой, и также была добавлена команда Соника Бума. Но там не было корабля, но мне захотелось поиграться в этом режиме именно с кораблями, поэтому я эти оба два мода соединила. Вот, друзья, еще один персонаж, но это персонаж довольно-таки зловредный, видите, как он убил нашего Соника, бедный Соник. И, друзья, вот такие роботы также входят в состав этого мода. Очень интересные персонажи, и за ними интересно наблюдать. Особенно, друзья, вот эти последние роботы. Вот так вот у нас здесь все происходит. И здесь есть такое же вот чудище. Но по мне, так это чудище как бы немножко недоработано, поскольку у него слабая прорисовка и текстурка. И не особо сильно он как бы выполняет свои функции. Но я думаю, что разработчики в дальнейшем еще доработают этот мод, и он станет еще более лучше, и будут добавлены более новые персонажи, ну и, наверное, текстурка улучшится. Вот, друзья, у нас такой еще один корабль создадим, и еще попробуем пострелять и погонять за этим зловредным персонажем. Вот так вот интересно полетать и поубивать. Это, друзья, именно для любителей Соника Бума и его команды. Очень интересный и классный мод. И приносит в очередной раз разнообразие в мире Майнкрафта. Поскольку все выглядит очень креативно и реалистично. Вот, друзья, вот так вот у нас все происходит довольно-таки интересно. Но, друзья, мы на этом не останавливаемся, бежим дальше. И здесь есть еще вот такой вот, друзья, симпатичненький, еще один симпатичненький робот. Куда-то он у нас полетел. Но самая, друзья, фишка, что я хотела вам еще показать, это, конечно же, вот такие танцующие роботы. Смотрите, друзья, какая у них интересная музычка. И как они интересно машут руками. Но, несмотря на эту всю красочность, эти роботы очень зловредные. Если мы перейдем в режим выживания, эти роботы нас убьют. Но у этих роботов есть еще одна функция. Они превращаются в абсолютно другого робота, не похожего на них. И сейчас мы эти изменения с вами обязательно понаблюдаем. Тоже довольно-таки интересный и классный мод, тоже имеет место быть, и можно с этим модом также поиграть в режиме выживания. Вот мы нажимаем, друзья, на кнопочки, и сейчас произойдет интересная трансформация. Вот так, друзья, у нас роботы запрыгали, и сейчас увидите, что произойдет. Да-да, друзья, вот так вот у нас происходит трансформация роботов. И эти роботы превращаются, друзья, в абсолютно других роботов.
вот таких вот симпатичных, как они красиво начинают танцевать, под какую ритмичную музычку. И привлекает здесь именно анимация этих роботов. Это роботы-танцоры. Смотрите, друзья, как они интересно зажигают. Но опять повторюсь, эти роботы непростые. И сейчас мы за ними, друзья, немножко понаблюдаем. И выйдем в режим выживания, и я вам покажу дополнительную функцию этих роботов. Поскольку эта функция действует именно в режиме выживания. И интересно, эта функция именно в режиме выживания. Вот, друзья, смотрите, какие классные и зажигательные роботы. И какая у них интересная и ритмичная музычка. И они зажигают довольно-таки долго и нисколько не устают. Вот, друзья, даже и не думала, что существуют такие танцующие роботы, которые поднимают настроение. Но, друзья, это у нас не все так просто. И сейчас мы переходим, друзья, с вами в режим выживания. Особо долго этим режимом я вас утомлять не буду, поэтому перейдем в него очень быстро. Вот, друзья, смотрите, мы перешли быстро в режим выживания. И смотрите, что произошло с этими роботами. То есть из них вылетают другие, более маленькие роботы. Но, друзья, роботы, которые вылетают, они очень зловредные. Но здесь у нас, друзья, есть оружие, чем-то похожее на пульт. И этим оружием мы сейчас будем бороться с этими маленькими роботами. Смотрите, какие они маленькие, интересные, но они очень зловредные. И любое прикосновение этого робота к нам может убить нас. И причем убить довольно-таки легко. Вот, друзья, приходится отстреливаться со всех сторон. Роботы наши немножко устали. И при этом они перестали выделять этих маленьких зловредных роботов. Но, друзья, это ненадолго. Сейчас пройдет время. Роботы немножко восстановятся, накопят свои силы и энергии. И заново начнут танцевать и также выделять своих маленьких зловредных помощников, которые способны убить игроков. Вот, друзья, очень интересно понаблюдать со стороны, а также принять участие в борьбе с этими маленькими зловредными трансформерами. И можно вполне закачать этот мод и посмотреть, как это все будет. Еще немного, друзья, они отдохнут и начнут снова танцевать. Очень классная и интересная текстурка у этих танцующих роботов. А также интересная текстурка у маленьких зловредных роботов. Смотрите, друзья, с какими интересными и красочными именно картинками и эффектами они падают на землю, что тоже выглядит очень креативно. Вот, друзья, еще чуть-чуть, и роботы приходят в себя, набирают энергию и начинают снова танцевать. И с новой силой начинают выделять зловредных роботов. А эти зловредные роботы, ух, какие опасные! И очень страшно приближаться даже к этим роботам, поскольку убивают они очень быстро. Вот, друзья, вот такие у нас сегодня моды были на обзоре. Смотрите сами, выбирайте сами, какой вам понравился из них больше всего. Но я считаю, что можно закачать оба мода и попробовать поиграть в мире Майнкрафта и с тем, и с другим модом. То есть каждый хорош по-своему, в зависимости от вашего вкуса и от вашего предпочтения. Но, тем не менее, друзья, это очень интересно и красочно. И вот, допустим, меня это тоже заинтересовало, как любителя Майнкрафта. Так что, друзья, играйте, пишите мне комментарии о своих впечатлениях именно о этих модах. Ставьте лайки, друзья, оставляйте свои топовые комментарии. Всем, друзья, море позитива. Всем, друзья, огромное спасибо за те лайки и топовые комментарии, которые вы оставляете под моим видео. Всех, друзья, вас обожаю. И смотрите, как у нас все здесь происходит ритмично и музычка убыстряется. Вот так, друзья, на такой позитивной ноте я хочу вам сказать всем пока-пока.